Добрий вечір. У нас у всіх весняний настрій. Насправді, от зараз ми з моїм гостем сиділи і міркували, з чого це почати ефір, і думали почати його з будинків розпусти, які були в Проскурові. Але, власне кажучи, наша тема сьогоднішня, ми хочемо познайомитися з тим Проскуровим, який насправді якого ми не знаємо, і все-таки дізнатися побільше про те, яким був наш Проскурів. І я думаю, що це насправді дуже класно. І допоможе нам цьому краєзнавець Дмитро Казанцев, який не тільки підготував для нас купу фотокарток, які ви ще, можливо, ніколи не бачили, саме нашого Проскурова, а й ще й дуже унікальних значків. Скажу чесно, я вже один у нього там випросила, і якраз це стосується будинків розпусти. Так що, Дмитре, я насправді знаю, що вся Проскурівська, раніше це була вулиця Олександрівська, насправді мала купу готелей, і біля них ходили всякі дами і пропонували свої послуги. А, добрий вечір. Да, і не тільки Проскурівська, все завалює було в публічних домах. А завалює – це що таке? Завалює – це от завалом, от, то, біля того, що ми зараз знаходимося. Завалює – це вулиця Завадського. По-сучасному. Ага. Вот. А там были, ну, как бы... Я думала, что там какие-то еврейские будиночки, нет? А кто держал? И кто держал дома распусты? И евреи в основном. Ага. 70% населения в разные времена, до 70% населения города Проскурова были евреи. Ну, естественно, СССР. Вот. А если уже начали говорить про это, то, значит, период публичных домов в Проскурово можно разделить условно на два этапа. По-моему, до 1870 года это было неофициально, то есть это были какие-то действительно такие маленькие еврейские подпольные дома, а потом уряд российский разрешил это вот все. Ну, я думаю, что все-таки было повязано с військовыми, які тут квартировались, ну, да, правда? То есть попыт рождает предложение, да, если кто-то там вещание, то ходили бы, конечно. Там даже вот есть у Куприна, значит, в знаменитом поединке рассказ, вот, как они ездили к проституткам. Вот. Ну, и в Яме тоже, мне кажется, что в Яме, да, но Яма там такой собирательный, там не только Проскуров. И вот интересный факт, вот тут, значит, нашего краезнавца есть Сергея Сюнина по публичным домам, что на вокзале, значит, содержали объявление. Появилось в газете объявление. На вокзале открылся швейный цех, где обучают швейному мастерству. И при том бесплатно кормят, бесплатно, значит, одевают и бесплатно дают жилье. Ну, когда такое было? А потом, когда уже начали расследование, выяснилось, что это был публичный дом. А когда это было? В каких руках? Ну, как и все у нас вот в начале 20 века. У нас в 20 веке бум во всем. Все цвело, то есть промышленность, строились дома. Ну, и очень много воинских частей. Вот после реформы воинской появилось в Проскурове, ну и вот появилось много публичных домов. Я, це не дивно, до речі, що саме публічні будинки зв'язані з військовими. Я зараз читаю Варгаса Льосу, перуанського такого відомого письменника, лауреату Нобелівської премії, і якраз в своєму романі він називає публічний будинок «рота добрих услуг». Ну, да. Так що виходить, що в Проскурові цих рот добрих услуг було дуже багато. Ну, воно дійсно так. Якщо город процвітає, то процвітає і найдавніше ремісло. А якщо город, як би, за не падає, то воно нікому не треба. Якщо... А, власне кажучи, отак от, Дмитре, змалюйте Проскурів початку 20 століття. Ну, ми знаємо насправді, що Олександрівська, так, красива вулиця, там у нас є, ми зараз побачимо ці фотографії, де стоять всякі військові, в тому числі і дами гуляє, так? Але я знаю, що там навіть стоки текли від свиней, ну, і болото було таке. Это только может быть Проскуровская, потому что ее только недавно заасфальтировали в начале 20 века, да. И там тоже, вот, значит, мы выпустили набор открыток, вот, и в этом наборе открыток как раз вот можно проследить эволюцию развития улицы Александровской. Почему-то очень много больше всего открыток, по-моему, 8 штук улицы Александровской, ну, сохранились в Проскурове. Ну, центральная улица, так. Да. И, значит, до... примерно 905-907 года действительно были вот такие стоки, и куда все нечистоты выкидывались, даже на центральной улице,
которая была еще мощеная, по ней можно было ходить, потому что соседние улицы были такие, что... Ну, а те, які, наприклад, ближче до Південного Бугу? Ніхто нічого, там от єврейські квартали в сторону Південного Бугу, там таке було, все, з такими запахами ви можете себе представити, от, і, да. А потім, значить, міськгородський совет издав розпорядження о том, що, значить, ні в коєму випадку, наоборот, не можна виливати і викидувати весь мусор. Ездили специальные ассенизаторские обозы, которые собирали за какие-то деньги, естественно. Вот это вот все, и оно вывозилось, но оно сливалось тут же в Южный Бог. То есть недалеко они увозили это все. Вот. Ну и как бы изменился, конечно, уже. Вот. Но это все равно 20 век, Александровская это еще. А вот читаешь Куприна, это ж там вообще ужас, что творится. Вот. Ну, насправді, от мені здається, Проскурів при всіх ну, наших, може, таких якихось романтичних уявленнях, але це було все-таки таке село. Таке ну, нерозвинене. Так, да, 30 тисяч населення. Там, навіть по тим временам, воно, там Меджибаш таке от населення примерно имел. То есть, вот. А у нас от, потім, он только, коли отримав обласний центр після війни, то він вже дійсно почав розвиватися так, построили багато заводів. Вот, и достиг вот такого вот развития. А до этого он такой был уездный городок мещанско-еврейский, в котором вот процветала торговля в каких-то там деревянных, таких полуразрушенных этих вот... Ні, ну все одно ж були банки, були якісь навчальні заклади, були ресторани. От що ви скажете, наприклад, яким були ресторани? От гастрономія, я би так сказав. Ну, ресторани, навіть ж меню зберігалися, про наші проскурівські ні, там, звісно, готували, привозили і з Парижа, і з різних цих от їду. От. Банки були, банки зараз у нас теж везде, тому що банки – це гроші. От. А я хочу розказати про бит, от, допустим, інтересні от факти, що у нас навіть даже после войны, может быть, не про скорую, после Второй мировой войны, а по Подолю, то есть был еще первобытный общинный строй. Шили себе сити, достали кусок. Это было в 50-х годах уже. И шили там какую-то рубашку или какое-то платье. Обувь в 50-х годах у нас еще до сих пор люди не имели денег, они брали... свиную кожу выделывали, шили сами себе обувь. То есть не сами себе, а пошли к сапожнику, заказали. Вот. И на каждое село был кузнец, сапожник и так далее. То есть натуральный объект. Ну, да, и денег они не видели, по сути, потому что и давали там трудоднями и так далее. Вот. А дореволюционный Проскуров, почему такой романтический да, у нас ореол? Ореол? Да, потому что все-таки же были зажиточные люди, которые строили себе красивые дома. Их было немного. Вот, допустим, мне вот всегда вот так удивлялся, что Сбруч, да. Приезжаешь в Сбруч, и там Остроугорщина начинается. Какое там великолепие, какой масштаб этих домов. У нас вот это Александровская еще пара улиц, и все. То есть, понятно, у нас жило там, я не знаю, пару процентов населения. А там основная масса жителей были средний класс. Вот. То же самое одежде, допустим. То есть одежду, либо, как и сейчас, ездут в Париж покупать новые, я не знаю, кто там, русские. Вот. Так и тогда тоже выписывались, существовали специальные каталоги, либо сами ездили по столицам. А народ в основном вот в каких-то там таких фуфайках заходил. Вот. Дмитре, добре. От, наприклад, Проскурів. Які домінантні були такі будівлі, які, можна сказати, найкращі, які, на жаль, вже втрачені на даний момент? Ну, самим мой любимый, я не знаю, дом Берлянда. Значит, это построил трехэтажный дом. Находится сейчас, чтобы вы сориентировались, сквер с Ангелом Скорботы на этом месте, да. И, значит, то есть это выходит вот этот кут такой, там, да, Ангел Скорботы стоит, памятник Горького был, там дом офицеров больше. Там находилось, значит, банк одно время, потом управление Юго-Западной железной дороги. Это я про... это очень серьезно. Да, да, про дореволюционное время рассказываю. Ну, а потом пришли большевики, самое красивое здание, кому они дали? НКВД, конечно. Там НКВД, военные стояли. И когда фашисты уже наступали, большевики так быстро драпали, что не успели вывозить документы эти свои какие-то особо секретные. И это красивое здание, к сожалению, взорвали. Вот. И самое красивое наше здание было разрушено. Да. А второе... И причем втратили не через то, что немцы бомбили, правда? Да, да. А да. Через наши. Ну вот какие, вот я вот всегда вот в детстве там вот, Крещатик, фашисты взорвали, вот, советская пропаганда. А потом оказалось, что это большевики взорвали.
Так что, и ну, еще, опять же, красивейшее здание у нас было костел Святой Анны. То есть он, дома были двух, одноэтажные в основном в Проскурове, а этот костел был виден почти со всего города. Красивейший костел. Тобто це якийсь готичний костел, і я так розумію, він стояв на місці теперішньої першої школи. Да, так, да, да. Вот. Так как большевики боролись, значит, с религией, они взяли, взорвали этот костел. Вот. И камень потом использовали вот даже сейчас на строительство первой школы частично. Вот. Ага, то есть оно на месте, да, оно, да, 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 оно как бы правопреемник, можно так сказать. Да. Вот. А, добре, ми говоримо про те, про той такий потрясаючий будинок, і це ж, я думаю, правдива абсолютно історія, що там десь в окрузі дуже великі є ці підвали, де НКВД якраз втрачувало людей. Ну, всім известен, значить, случай. Я що тепер розумію, чому саме там знаходили ці кістки, і чому... Да, тут, то есть вот этот район весь был полностью, если не в подвалах НКВД, то какие-то там здания стояли. Вот, допустим, там, где сейчас прокуратура, это была внутренняя тюрьма НКВД. Там, где зараз областная прокуратура, так? Ну, біля Вічного, да, да, да. А там, значит, был такой у нас... Ой, это навпаки міська. Да, ну, неважно, да. Короче, там находилось какое-то учебное заведение советское, какая-то средняя школа. И, значит, есть рассказы очевидцев, что забор был деревянный, там в щелях и так далее. И дети эти бедные на перемене играли и посмотрели, как расстреливают большевики во дворе своих заключенных. Вот. Ну и говорят, что там подвалы идут чуть ли не под всем там ЦУМом, и вот целый квартал занимают. Но они, конечно, не в таком идеальном состоянии, пошел по подвалу, они там полуразрушенные, засыпанные, потому что они там еще использовали подвалы для захоронения. То есть расстреляли, закинули в подвал, замостили чем-то там. И... Ну это уже далеко от романтизма все-таки. Ну да, да. Я вот думаю, насправді, вот чем, припустим, могла занятися людина, скажем, середнего статку в Скурові, наприклад, в кінці 19-го, початку 20-го століття. Що вона, крім того, що вона гуляла по Олександрівській, от як ви думаєте, що вона могла робити? Ну, опять же, у нас... Якісь ігорні дома. Саме головне розвлечення було, по-моєму, два скорих поїзда. Це, як пам'ятаєте, такий був фільм «Звезда пленительного щастя». Да. І от там теж про Румунію, правда, говориться. Ні, це безіменна зірка. Я безіменна, да, я вибачаюсь. Так, 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 там Вертинська грає, Костолевська. Мозель Ку-Ку, и так, вот этот так. Поезд проходил, не останавливаясь. То же самое у нас в Проскурове. Главное развлечение было, значит, все, они не просто так, это было событие номер один в городе. То есть все на экипажами, в самых красивых одеждах, в самых красивых экипажах. Поезд хотя бы зупинялся? По-моему, да, там Видань, Киев, что-то, да, я не помню. Да, да. По-моему, на 2 минуты останавливался туда и обратно. И вот, абсолютно темень. Значит, когда собирал, поезд должен был проходить, в вокзале зажигались огни, и, значит, самая богатая элита Проскурова проходила под ручку, не спеша, смотрели в этот поезд. Чи не вистрибне звідти якась безіменна зірка? Да, да, да. Про это вот. И тут же работал буфет, играла музыка. То есть это был такой праздник, я как не знаю, как у нас какой-то, как Зоина фестиваль сейчас, республика в Кам'янець-Подільському, вот, типа такого плана. Вот. И как только поезд уходил, эта музыка гласла, и это вот такое. И место поринало в темряву. Да, а так оно, и горные дома, ну, были такие вот, допустим, это, в основном же вся жизнь крутилась вокруг военных городишек, военных городков, да, да, частин. И все работало на них. То есть, опять же, те же проститутки, опять же, какие-то горные дома, опять же, те же рестораны. Да, а так оно, ну, коммерческая еще часть была, конечно, что... Благодаря постройке железной дороги Проскуров, он такой торговым как бы центром стал, потому что даже в Кам'янець надо было ехать, то в Проскурові виходили и ехали уже по дороге на Кам'янець. Ну, і зрештою ми знаємо, що на Хлібній площі, а Хлібна площа – це зараз, скажімо нашим, хто не знає, хмельничанам, це той майданчик, де зараз кінотеатр Шевченка стоїть, от якраз це Хлібна площа, іде парк трошки далі, то там якраз багато дуже ярмарок проходило. Я навіть бачила ту фотографію, де якийсь австрійський оркестр грає. А, є таке фото. Да, так это знаменитое фото, оно що чим знаменито? Да, в чому там суть? Значит, это в день Брест-Литовского мира,
или как он там, я не знаю, в европейской, это я уже по-советски говорю, значит, то есть окончание Второй мировой войны, вот этот австрийский... Перший, я выпучаюсь, да. Австрийский оркестр играл, вот типа праздник окончания войны. Вот уявіть собі, що у нас в Проскурові на Хлібній площі зараз до кінотеатру Шевченка австрійський оркестр грає. От мені хотілося б спитати, а де взагалі беруться оці нові листівки, які от ви зараз презентуєте, і наші глядачі от їх бачать? Не зовсім нова. Це нові нас... старі. Нові старі, да, так? Совместний проєкт з Сергієм Ісюніним, тобто він там більше по архівам, а я от просто... собрал вместе коллекционеров, да, и вот раньше они не выделяли, допустим, свои сканы даже, фотографии, а сейчас что-то вот начали выделять, уговорил я так. Тобто ви хочете сказати, що вони собі десь щось тримають, затиснули, а, і все, ну, і нікому не показують? Такі, знаете, как дядюшка скручивал себе, поэтому никому не показывать, да. А сейчас вот даже киевские ребята помогли нам, то есть мы собрали в первые... За все время вот такой объем этих фотооткрыток Проскурова. Чем они хороши еще? Что до этих открыток, в принципе, никаких визуальных сюжетов по Проскурову не было. Потому что неизвестно никаких ни гравюр, ни картин, ні, ничего. Ну, насправді, Дмитро, ну, було пару цих фотографій, но вони вже настільки заїжджені, що це взагалі. Да. Вот. А это, во-первых, хорошее качество, что там вывески можно почитать. И вот, опять же, вот такое бытовое мелкое, как мы говорили про синедаторские эти обозы, да, и так далее. Да. Вот. То есть из этого всего, когда электричество опять провели 910, по-моему, году, то есть по электрическим столбам мы можем определить, какого года эта открытка. Тоже очень интересно. То есть там можно копать, не перекопать материалы. Ого, ну и там и по одягу можно что-то побачить, правда? Ну да. Ну, вот такое вот. И вот по развитию самой открытки можно тоже определить, какой это примерно период. То есть там сначала надпись так писалась, потом... Вот, допустим, первая открытка, что интересно, сзади только... На задней стороне открытки можно было писать только адрес получателя, адрес отправителя. А письменное сообщение писалось на фотографии. То есть фотография чуть-чуть меньше, как бы делалась специально. И вот что-то там, привет, там, Валя, там, вот что-то успеешь написать, вот что-то туда поместится. Вот такое было. А потом изменилось. То есть, да, потом уже заново с 904-го, по-моему, года. То есть вот можно проследить по этому. Вот. І... Жаль, я просто думаю, чому все-таки не збереглося, чому так мало цих свідчень минулого, саме фотографії? І фотографії, і відкриток. Тому що все-таки от ми почали розмову з того, що Проскуров був провінціальний маленький городишко. Тобто потребність їх людей в цих відкритках, в фотографіях було, мало. Взяти сусідній губернський центр Кам'янець-Подільський, то по Кам'янець-Подільському существує около 1500 відкриток. Для сравнення Хмельницкий со всеми, я его почему, Проскуров со всеми разновидностями только 38. Вот и все. Всего 38 листов. 38 это вот может еще там пару штук накопается где-то. Ну вот и тиражи, понимаете, вот Каменец-Подольский, оно у всех есть. Это не то, что вот Проскуров там какой-то там дорогой, просто его нету. То есть тиражи были, очень трудно сказать, ну, пару сотен штук буквально, тиражи. Ну, да, з іншого боку, я собі от припускаю, наприклад, якщо людина, яка не має статків, для чого їй та листівка? Ну, да, так, тим более, да. Попит, знову ж таки, попит породжує пропозицію, так? То есть только заможні люди могли себе, ну, и опять же, інтелігенція могли себе позвонить, потому что, и, во-первых, имеют интерес, а во-вторых, имеют деньги. Вот. Также, допустим, существовали... Почему фотографий Проскурова очень мало? Да. Потому что какие фотоаппараты были? На вот этой треноге, да, здоровой, да, это пока вытащить, да, куда-то. То есть он оборудовал себе стационарный салон где-то, и люди к нему уходят. Там, и они фотографируют. Да, и для чего им там себе, на улице идти, да, правда? Вот, а чтобы куда-то выехать там или на природу, то есть это специально. Там, потом позже, в 910-х годах, фирма Kodak изобрела такой фотоаппарат. Туда заряжается пленка на 100 фотографий, и он бы как, ну, как прообраз современной улицы, ходишь себе, щелкаешь. И потом отсылаешь обратно на фирму, они проявляют, и ты там пишешь, сколько, какие фотографии ты хочешь. И при том фотографии были в двух видах. Один вид как фотография, а второй вид как открытка. То это называется фотооткрытка. Ну, фотооткрытка, допустим, ага, там, подарю тому, там, три штуки. То есть тираж три штуки, понимаете? И вот попадаются такие фотооткрытки.
принципе, их должно быть очень много разновидностей. Но на самом деле, ну, еще у нас, понимаете, как, вот, допустим, если в той же Астрахани... Дуже цікаво. Ти ніколи навіть, правда, не замислюєшся про саму історію. Ну, Чому воно так відбувається? Мені більше всього в історії подобається. Той же Астро-Венгрії, там, допустим, і в Польщі, там хоч війни були. А у нас же 17-й год, 45-й год, потім... Эти сталинские серии репрессий, Голодомор. Ну, кому было до тех открыток? Вот. Ну, и кроме того, багато может быть знищено. Ну, да, и никому оно не интересно было. Вот. Там сейчас последние какие-то дома, которые еще подвалы или, там, или это вот, на горище что-то находят, там, ну, очень мало. Жаль, правда? Ну, конечно, це жалко, фактично да. Епоха, яку ми втратили. Да. Дмитрий, я ще знаю, що ви займаєтеся виготовленням значків саме історичних. І це потрясаючі значки. Я перший раз їх побачила, зізнаюсь вам чесно, і вони мені дуже сподобалися. Тобто, от покажіть трошки і розкажіть про них. Ну, от у нас наметились уже такі как бы, серії, але я хочу розказати про перший наш значок. Он такой какой-то полуофіційний, полушуточний, значить... УНР, когда большевики наступали, то был такой трикутник смерти. И вот правительство УНР постоянно перерожало вот в таком вот вагоне. И вот как бы я решил это обыграть эту тему. И была тогда же такая присказка, что в вагоне директория, под вагоном территория. То есть где этот вагон находился, типа считал столицей УНР. Вот три раза, в 19 году два раза и в 20 году один раз... Этот вагон находился в Проскурове. И мы издали вот такой значок. Это вот первый значок Проскурова, столица Украины называется. Так мы можем вважать, что три раза Проскурів был столицей Украины. Да, да. Вот. А значит, мы говорили, что уже до 20 века практически никаких визуальных нету воспоминания о Проскурове. Но вот сохранились имена властников Проскурова, ну и как польские шляхтичи очень берегут свои вот это, значит, гербы этих властников. Мы их решили обыграть как средневековые монеты, то есть надпись с латыни. Вот, допустим, вот первый наш значок был Николас Бедрих, властник Проскурова. На латыни это Доминус де Проскуров. Его герб и дата 1431 год. Ну, это дуже гарні. Да, первое воспоминание о Проскурове. А ще є фортеця маленька така Проскурівська. Да, ну, то же самое, значить, власник построив нашу фортецю, власник Проскуров на той час був Замойський. Замойський, він владел не тільки Проскуровом, він такий заможний дідич був. Вот. Он построил ще, значить, ідеальний замок, йому італійський архітектор построив ідеальний замок в місті Замості. Ну, не тільки замок, там взагалі все місто. Да, все місто ідеальне. Вот. І Замойський, так как значит, ему архитектор построил замок, говорит, у меня еще владение в Проскурове есть. И это итальянский архитектор, который побудовал замок, да, да, приезжал, да, да, до нас? Может быть, приезжал, об этом это совершенно неизвестно. Но сам его план, нашей фортеці, делал он. Вот. Ну, все. Ну, це ще один привід для гордості. Да. І тільки один маленький значок дає нам стільки приводів, ну, да, для гордості. Така була, я не думав, що в Проскурові, там, в маленькому городишці, вона була якась дуже велика. Навіть, перших, дерев'яна була. Вот. И от множества татарских набегов она неоднократно сгорела. Потом во времена руины казаки ее сожгли уже окончательно. А после этого границы отодвинулись, уже потребностей в этой крепости не было. И... То есть, а еще у нас интересно, что за все время ни разу археологических раскопок на территории Проскурова, ну, таких вот целенаправленных не проводилось. Вот. Поэтому, может быть, оно где-то там лежат, там те бревна, это оно все в земле. Может, так что у нас... Тобто может у нас еще... все попереду. Да, да, так что... Дмитрий, а ще от мені дуже подобаються ті значки, де якраз будівлі, яких уже немає. Да, ну это так условно можно назвать Проскуров, который мы потеряли. Вот, значит, уже про будинок Берлянда я рассказывал, про костел Святой, да, Анны рассказывал. Вот, допустим... Мене вразив залізничний вокзал. І, ну, якщо чесно, ніколи не думала, що в Проскурові був такий гарний. Я вже розумію, чого вони ті поїзди ходили зустрічати. Вони ще, крім того, естетикою, ну, вокзалу. Ну, да, да, да. Он, сейчас воно, ну, просто такое квадратное какое-то советское, да. Ну, вокзал построили, почему новый? Потому что новый областной центр был.
И надо было его больше сделать. В 54-м году перевезли областной. А этот стол, он уже повисал, и он сам разрушился. А также в 30-х годах то, что Святой Анны взорвали большевики, и в 40-е годы взорвали Берлянда. А вот недавние вот буквально дома, вот у нас есть замечательный дом был. В 2000-х годах его уже разрушили. Значит, будинок называется Нюрнберга, хозяин. Вот. Где он находится? Ресторан «Украина» трошки выше. Сейчас он по Пускорского подпилил. Там на вот этом углу, вот на Кутуе, вот он, там он стоял. Значит, чем он интересен? Что там масоны собирались. Там тайное масонское общество Проскурова, там, то есть, жил значит, дворянин, к которому приезжали масоны из Каменца, из Киева. Вот. То есть, что бы такое здание сохранить? Ну, кому оно мешало? Вот. То же самое... Ну, наверное, одно из самых больших зданий у нас была большая хоральная синагога во дворе кооперативной. Ну, это тоже на нашей памяти в 90-х годах разрушили. Вот. Вот, так что, ну, только на значках осталось. А да, вот мне цікаво, да, можно взять вот такие значки, да, их можно придбати. Ну, значки я сам не это вот, это мы как бы для своего внутреннего потребления, ну, там, там пару штук, если остается, то у меня ребята, друзья в книжковых наметах для дитячего света, и первое, второе, туда подходите, там они все, о, все представлены. Ну, там, мне здається, что это дуже прикольно мати что-то такое. Я уже тут выпросила один значочек Дмитра. Да. Вот, я хочу рассказать это, значит... Рожевый значок, так и захотелось его сделать в розовом цвете. Салон мадам Шлефер, это чисто по Куприну. То есть там у него даже описание есть в поединке, как у них дрожки съехали вниз и понесли это по хабам, как вот они тогда поехали. И сразу ты представляешь, вот где-то по Гагарина вниз, ну, современная Гагарина вниз поворачиваешь и куда-то туда называли и поехал. Ну, да, вот. Це так, цікаво. Такое? Ну що ж, дуже дякую. Жалко, що дякую у нас ефіру вам. Мало часу. І все-таки ми ще не до кінця розкрили цю тему. Я сподіваюся, що ми ще наступного разу зустрінемося. Добре. А глядачам кажу до побачення. Побачення. І любіть рідне місто.